Добрый день, я на улице Маяковского в Анапе. Сегодня непогода и показываю плохую Анапу. Посмотрите, как сделаны водостоки. Вот, вот эти трубы, просто их вот так вот берут и выводят вот, ну, сюда вот. Это еще ничего, бывает, когда вообще просто тупо берут и выводят над тротуаром, и когда идет дождь, все эти потоки дождевые, они льются прямо на голову прохожим. Вот. Смотрится это, конечно, просто ужасно. Еще раз посмотрите, как это все смотрится. Вот. Это угол улицы Маяковского. И какой? У Красноармейской. Ну, дождик сегодня. Кто согласен со мной, пишите свои комментарии, распространяйте это видео. Всего вам доброго. У меня вот такие будут короткие видео. Длинные не очень люди хорошо смотрят, а вот короткие, я думаю, они всегда доходят лучше, чем длинные часовые. Всего доброго, до следующих встреч.